Наконец-то она сдалась. Сегодня в районе Выгай-Наволок завершились подрывные работы. Сносили кирпичную трубу на территории очистных сооружений ПКС водоканала. Взорвать ее так, чтобы она упала, удалось со второго раза. 30-метровая кирпичная дымовая труба была частью мазутной котельной, построенной в 1977 году. Теперь на предприятии используется электрическое отопление. В целях безопасности трубу, которая уже не приносит пользы, было решено снести. За это взялась подрядная организация «Специальные технологии». Всего на работы потратили около 1 000 000 рублей. Первый день мощный взрыв даже с расстояния 100 метров тряхнул нашу видеокамеру и повыбивал окна рядом стоящего здания. Однако труба осталась стоять. Комментировать неудачу подрядчик отказался, однако по нашей версии часть зарядов не сработала частично или полностью. Со второго раза наконец-то труба легла.